Всем привет! Меня зовут Василий Романов. Сегодня у нас заключительная лекция по Го. Вот. Скорее всего, я все это расскажу очень быстро, и у нас останется время, поэтому вы можете подготовить вопросы, чтобы какие-то темы, которые вы не понимаете или поняли плохо, или там лучше еще разобрать, я вам рассказал. Хорошо. Сегодня у нас посвящена лекция трем темам. Контекст который надо было рассказать гораздо раньше, но мы все не успевали. Он uh, все отходил на второй план. Не надо, не надо. Unsafe и Сиго – те вещи, которыми, я надеюсь, вы никогда пользоваться не будете, но про которые знать надо. <coughs> вот. Uh, Отметьтесь, пожалуйста, да, на занятии, как всегда. Итак, uh, это я рассказал. Контекст. Значит, смотрите. Uh, в языках с синхронным подходом, например, PHP. У нас все просто. У нас во время выполнения есть только один запрос. Uh, у нас есть глобальные переменные. Uh, <coughs> И можно нам, сессия у нас глобальные, куки у нас глобальные. Uh, мы можем делать там что хотим. Uh, в языках с асинхронным подходом к обработке запросов. Uh, например, это JavaScript с Node.js. Это синхронный Perl, это синхронный Python с его фреймворками и, конечно же, Go. Э, такого нет. Одновременно, одновременно у нас выполняется очень большое количество запросов. А глобальные переменные, если могут быть, они могут быть только для каких-то уже совсем системных вещей, например, там адрес базы да, или глобальный коннект к базе. <coughs> для всего остального нам надо... Э, Тащить за собой везде, во всех запросах, какой-то объект, где были бы какие-то данные. Например, ну как вариант, мы можем делать кучу переменных в каждом запросе, просто кучу. Да? Либо можем использовать контекст, либо какой-то его эмулятор. А давайте посмотрим. Значит, смотрите. Начнем с такого примера. Представьте, есть у нас аукцион. Аукцион это люди которые ставят, делают ставки, есть организатор аукциона, который говорит, кому хорошую оценку, кому оценку, и участники аукциона поднимают ру руки и говорят, мне три, кто больше, мне четыре, кто больше, мне пять, ладно, пять максимальная ставка, ставим ему пять, вот, но во-первых все участники аукциона они независимые. Во-вторых, у нас может быть ограничение по количеству оценок, например, три оценки. Да, три раза люди спроси, сделали ставку, все третье последнее. А, ну, в-третьих, у нас может быть ограничение по по максимальной оценке. Значит, как это можно реализовать? Контекст когда-то до Go 1.5 контекст, он был в виде отдельного пакета, но потом его строили, забрали в основную стандартную библиотеку. Значит, для чего нужен контекст? Контекст нужен для двух вещей. Первое — это передача параметров сессии, ну, запроса, точнее, сквозь Э, все вызовы функции. И второе, это, это отмена каких-то асинхронных операций, каких-то подзапросов. Давайте посмотрим. Вот у нас есть аукцион, да, я написал немножко его условий. <coughs> вот лот, который мы хотим э, продать. Да, ну так, поскольку у нас все-таки асинхронное взаимодействие, все должны знать. Актуальную последнюю цену. Uh, get current bit просто под локом возвращения бида. Uh, <coughs> ну тут я делаю всякие условия, что мы там закончили по максимальным оценкам, закончили по максимальному биду. <coughs> и возвращаю признак, если мы закончили иначе, я просто увеличиваю текущий бит. Да, это ставка, которую делает Бит. Uh, ладно, давайте к самому интересному. Значит, смотрите, я создаю канал бидов и создаю контекст. Создаю контекст с параметром без time-out. Uh, я указываю контекст background. Контекст background — это функция контекста, которая возвращает мне пустой контекст. Она как раз служит для инициализации, либо если я вдруг захочу сделать просто контекст без тайм-аута, без ничего, ну просто пустой. То есть можно было бы написать вот так, если мне очень надо. Да, просто пустой контекст. <coughs> Смотрите, я указываю тайм-аут и говорю, мне, пожалуйста, 10 секунд. Теперь я запускаю игроков, которые будут делать ставки. Да. Uh, это отдельные грутины. И первым параметром передаю туда контекст. К нему мы дальше еще вернемся. Значит, смотрите, теперь. Я читаю ставки, которые сделали игроки. И если я вижу, что это последнее, нужно завершиться, я говорю финиш. Финиш — это функция отмены контекста. То есть у меня есть контекст, у меня есть контекст, и когда я говорю, мне, пожалуйста, контекст с тайм-аутом, мне он заодно возвращает функцию cancel. Можно сделать отдельный контекст. Да. Например, вот так, просто с отменой. У него не будет тайм-аута. Uh, у него будет только функция отмены. Если я эту функцию вызову, если я эту функцию вызову, то uh, те грутины, точнее те места, которые на эту функцию подписаны, они получат сигнал, что все, завершаемся, да? Uh, теперь, если мы завершили, я делаю брейк. Uh, так. Работа, да, <свят> как а, я делаю ставку? Дело в том, что у меня подход асинхронный, и мне надо как-то знать, что все завершилось, и не писать в канал, если я вдруг его закрою. А, потому что запись в закрытый канал приводит к панике. Поэтому сделаем несколько хаков. Первый хак в цикле. Мы проверяем, что если в контекст как раз вот а, CTX done. ctx — это наш контекст, который я передал в эту функцию. Он общий на все эти ctx done возвращает мне канал, из которого я могу прочитать. Если я что-то прочитал... Из канала, это значит, что туда кто-то записал. Это значит, что контекст завершился по какой-либо причине. Например, произошел тайм-аут, либо я его отменил руками. Да. А, теперь смотрите, я делаю ставку со случайным каким-то шагом. И еще раз я проверяю, что контекст еще живой. Да? Что мой, мой канал с бедами а, еще живой, не закрыт и пишу туда свою ставку. Потом немножко сплю. Э, так. Вот смотрите. Игрок сделал ставку 108. Тяну, ждем. Еще игрок. Оп. Oh. контекст uh, deadline exceeded. Смотрите. И я завершился. Я считал с канала. И а, uh, в контекст R есть признак, почему канал, почему контекст завершился. В данном случае deadline exceeded. Что произошло? Смотрите. Uh, я указал, когда создавал контекст, я сказал, что мне, пожалуйста, 10 секунд он будет жить. За эти 10 секунд мне успели сделать ставки только два игрока, да, я подождал 10 секунд, 10 секунд в контекст дан автоматически, э, за, ну, автоматически вызвалась функция finish, которая говорит, что контекст все, ну и вызвалась с тем, что, мол, тайм-аут. Э, Хорошо. Да? Ну, я вот напечатал, да, что контекст дедлайн сид. теперь давайте увеличим немножко тайм-аут. Например, 60 секунд и максимальное количество видов 5. То есть сейчас, сейчас программа отрабатывала автоматически. То есть, ну, как автоматически сработал тайм-аут, который я указывал. Теперь давайте завершим это все руками. Вот смотрите, первый игрок сделал ставку, второй, третий, четвертый, пятый, пожалуйста, пять игроков а, сделал ставку, а, и я написал, что я закончил по количеству. количество у меня вот здесь, да? Я проверил, что а, максимальное количество ставок превышено, и завершился, сказал True и вызвал Финиш, я напомню, это функция, которую мне вернул контекст с тайм-аутом. А теперь давайте попробуем сделать max price, например, 300. Так, количество ставок 10. Оп, оп, пожалуйста. Uh, finish by bid. У меня наступило условие, что максимальная цена превышена, да, и я вернул, что мы завершаем выполнение. Ну и, пожалуйста, мы завершили выполнение. Uh, когда это хорошо использовать? Ну, да, в данном примере вы видите, что я за счет контекста контролирую. Uh, участников функциона. Это также за счет этого также можно контролировать, например, воркеры, если у вас есть какой-то, например, mapreduce задача, которую вы выполняете, или просто а, n воркеров, которые делают какую-то работу. Да, вы можете подписаться на контекст дан, вот на это, и в нужном случае корректно завершиться. Или, например, такой пример. Представьте, что у вас есть рекламная система, да, РТБ. Google или Яндекс или Mail, у нас есть реклама, если мы вдруг не находим интересные рекламы для пришедшего запроса, мы отправляем запрос в РТБ биржу. У РТБ биржи достаточно строгое ограничение. 200 миллисекунд на ответ. Что происходит? Происходит куча а, создания контекста с тайм-аутом 200 миллисекунд а, и делаются GET или там, пост запросы в другие системы с тайм-аутом тайм 200 миллисекунд. И если нам, например, первые две биржи, условно говоря, первые две биржи вернули достаточное количество результатов. Мы можем сделать дан, и все остальные запросы мы просто отменить и сказать, что они нам не нужны. Мы ими пользоваться не будем. Можно эмулировать такую работу отдельными каналами, флагами, что мы завершились а, там, глобальными свичами, передачей переменных, но это не так удобно, как контекст. Да? Так вам придется греть какие-то костыли, а так у вас есть стандартный объект, который принят везде. Он сейчас проявляется практически во всех библиотеках, для в которых есть поход в какие-то ну, внешние сервисы, например, MySQL. В MySQL тоже есть запрос с контекстом, и там тоже можно указать и cancel и timeout. Хорошо. Помимо того, что контекст можно отменить, в контекст можно запихнуть какое-то значение. Хорошо. Давайте посмотрим. Вот обычный HTTP-запрос. Ну, мы начинаем леснить порт. Да. Вы это уже писали, вам это уже знакомо. Где тут есть контекст? Контекст вообще есть. Прям в запросе. Вы можете получить. То есть даже не нужно создавать. А теперь вы можете создать контекст а, с какими-то дополнительными... Да, данными. Обращаю ваше внимание, любое создание контекста with value или with timeout или with cancel, оно возвращает вам копию контекста. То есть не предыдущий контекст, в котором что-то поправлено, а новый контекст. Да? Но у него наследуются те же timeout, но у него наследуется cancel func. Если вдруг родительский контекст завершится по тайм-ауту, то контекст, который вы создали на его основе, тоже завершится по тайм-ауту. То есть создается иерархия. При этом, если контекст, который вы создали после, то есть уже наследник, вы его завершите по тайм-ауту, да, то он уберется из иерархии наследования родителей. Смотрите, что мы тут делаем. Да? Я создаю контекст, ну, копию контекста. А, у него указ указываю ключ, то ключ ключом у меня будет вот такое значение типа K, которое равно единице. И у него передаю какой-то объект timings. В данном случае тут инициализация пустой мапки и все. Теперь, к этому мы вернемся позже, теперь я, допустим, делаю какую-то работу. Да? Я проверяю сессию, загружаю профиль пользователя, получаю несколько раз посты и везде передаю контекст. А теперь смотрите, каждая из этих функций, из этих функций я оборачиваю в, делаю в начале, что, друг, ко мне тайминг этой функции. То есть я хочу знать, какие операции где сколько времени у меня занимали. И я хочу, чтобы это не просто писалось в лог, я мог бы здесь написать в лог, но тогда я бы не понял, к какому запросу это относилось. Либо же мне пришлось бы прокидывать весь реквест и все-все-все дальше, чтобы это писать. И, и прокидывать это в каждую переменную. А так я просто насквозь прокидываю одну переменную контекст. Вот смотрите, я записал Затрекал тайминги и теперь посмотрел. Ну и вот, пожалуйста, запрос завершился. Это корень, да, то есть ничего нет. И мне пишутся тайминги. Проверка сессии заняла 25 миллисекунд, загрузка профиля 11. Три запроса за данными заняло 54 миллисекунды. И всего запрос отработал за 92 миллисекунды. Вот так за 92 миллисекунды а, это очень полезный функционал потому что в больших системах в больших системах <coughs>, такие как почта мэру мы вообще хотим контролировать ситуацию мы хотим знать где что у нас тормозит а, вдруг у нас где-то сервер начинает очень медленно работать или вдруг у нас письмо долго парсится или вдруг мы выкатили обновление тарантула, луашки для тарантула, и операции с данными стали сильно дольше. Поэтому у нас все запросы во внешние хранилища, во все, в каждое, у нас покрыты таймингами. Да? Таймингов у нас очень много. На самом деле у нас пишется на каждый запрос примерно такая же строчка. По этим данным мы строим графики. И у нас есть графики по каждому запросу, по каждому типу запроса, например, да, профиль, а, ну уже другие тайминги там внутри рандом, но почта Mail.ru, например, вот для этой строчки построят отдельный график, да, в котором будут будут указаны вот эти тайминги. Для парсинга письма будет третий график, для чтения списка писем будет четвертый график. Как это работает? То есть я не могу сделать просто какую-то глобальную мапку, глобальную мапку, куда буду писать все тайминги. Почему не могу? Во-первых, мне придется покрыть ее локом, под мьютексом унести. Это значит, что эта мапка каждый тайминг, который будет происходить, будет лочить эту мапку. Да? И если у меня запросов очень много, очень много, то эта мапка станет бутылочным горлышком. За счет, за счет нее будет все тормозиться. я все-таки покрываю похожую мапку мютексом, но я покрываю ее только внутри одного запроса. Да? В каждом запросе есть свой мютекс, поэтому это не так сказывается на производительности. Теперь давайте посмотрим, как я все это реализовал. Вот, собственно, данные, да, хранилище данных. Map, string, string это вот это и тайминг. Что такое тайминг? Тайминг это у меня количество и длительность. Вот количество, вот количество, вот длительность. А вот имя функции, которая это делала. Вот, смотрите, я вызываю load_profile defer. Смотрите, что тут происходит. defer означает, что я хочу выполнить вот это после завершения, после завершения функции. То есть функция отработала, и я выполняю эту процедуру. Я передаю туда мой контекст передаю имя функции, которая делает работу, да. а, и текущее время. Обратите внимание, текущее время, оно выполняется не в конце, а в начале. Вот на этом моменте как раз, на этом самом моменте, да. Что я делаю дальше? А, Трактаминг, да. Вот, пожалуйста, вот имя метрики и время. Сколько прошло? Во времени в пакете время time в Go есть функция since, то есть сколько прошло с какого-то момента. Но она мне как раз выдает то количество времени, которое у меня прошло с момента вызова time.Now, да? То есть время выполнения у меня уже есть. Теперь я хочу получить, собственно, тайминги, куда мне писать. Что я делаю? контекст. Uh, у него есть функция value. Да? То есть это значит, что value, ну я хочу получить ту перемену, которая сохранена в контексте, которую я ранее сохранил. Вот здесь, вот this value, да. И я ее как раз получаю То, то есть то, по таймингу, кей. Okay. Uh, есть нюанс. Uh, value это пустой интерфейс. Это значит, что я могу складывать туда вообще абсолютно любые данные. Да. Я могу туда сложить структуру, мапку, строку, инс, что угодно. Поэтому мне нужно привести это к контекст-таймингс. Я делаю операцию преобразования типа. Ну и, собственно, либо у меня тайминги мои преобразовались, да, и признак, мои тайминги непосредственно — и признак там вообще были они преобразовались они или нет потому что если я Нил попробую пре преобразовать то есть его тут не будет этого тайминга неизвестно как не будет а ну, он мне говорит ну нет если нет я говорю ну, не смог ладно ничего не будем делать я лучше эти тайминги уже эти тайм этот лог уже относится не он не глобальный да он относится к этому запросу в в рамках одного запроса маловероятно, что у вас а, прямо очень-очень много данных будет писаться одновременно. Слишком ну, быстро все это будет отрабатывать. Да? Ну и говорю, что в конце мне, пожалуйста, после выполнения функции, мне минуток отпусти. <coughs> что я делаю дальше? Я пытаюсь получить метрику из данных, а, из хранилища метрик. Да, по метрикнейм. Ну, если я не получил, я ее просто создам. Да, я присвою метрик name, да, новый тайминг, у которого количество один, и прошло время нет. А если все-таки метрика нашлась, ну, я увеличу количество вызовов и увеличу время, которое прошло. Все. То есть я, смотрите, что я сделал. Я, получается, записал в переменную, которая лежит в контексте, какие-то тайминги. То есть я записал туда еще один свой тайминг. Можно было бы просто делать там не мапку, а просто там слайс с таймингами. Можно было бы и так. А теперь давайте все это считаем. Хорошо. Смотрите, вот запрос, который мы делался, да, который делал всю реальную работу, request done. А теперь, смотрите, я пытаюсь считать в дефере, я говорю, что когда функция отработает, мне, пожалуйста, вызови вот эту функцию. Да, прямо без параметров. Да. Я опять пытаюсь получить тайминги из контекста. Контекст приходит из данных выше, из области видимости выше, из области видимости вот этой. Да, если вспомните, функция мимоизации это вот как раз оно. Хотя можно было бы прокинуть и вот сюда. Вот так. Uh, смотрите, так, ладно, я получил наши тайминги, проверил, что они есть, поставил, записал URL, по которому мы пришли. Ну просто, в uh, AccessLog это на начало. Общее время засекаю, ну и пройдусь теперь по всем таймингам, добавлю к общему времени и запишу что-то. Да. Имя в метрике, количество вызовов и сколько оно продлилось. Потом добавлю точное время и запишу. Да? Я записал, смотрите, я записал в стедаут, а, вот он. И записал еще прям запрос. А, вот смотрите. Вот что у нас получилось. То есть это та работа, которая выполнял запрос а, по, именно по времени. К сожалению, в асинхронном подходе нельзя так просто получить время, которое потратил ЦПУ. То есть есть общее время запроса, да, когда он что-то делал. А есть CPU тайм. То есть то время, которое он непосредственно а, использовал в процессор. То есть он мог ждать, да, например, вызова результата ответа в MySQL. А мог там парсить ответ. Вот парсинг ответа будет CPU time, а общее время ответа это будет парсинг ответа и ожидание. Вот в Go за счет синхронного подхода нельзя так просто получить CPU time. Если бы у нас был какой-нибудь PHP синхронный, ну, можно было бы воткнуть в начале, что старт, стоп и все. В Go так не получится, но можно включать трассировку, можно включить профилирование, но это сильно дороже. Поэтому приходится ограничиваться просто таймингами. Вот. Смотрите, как правило, как правило, в системе есть access log, где пишется краткая строчка с логом, что там было, то есть какой запрос, какой там юзер, и краткий тайминг, и результат. 200, 500, и может быть причина ошибки. И есть полный лог, куда сыпятся вообще все ошибки. Вот. Ну, в данном случае я реализовал такой простой access log, да, где он будет не выводить все тайминги. Обратите внимание, браузер сам запрашивает favicon, да, но поскольку я слушаю вообще все запросы, ну, я для него тоже провел какую-то работу и тоже посчитал тайминги. Вот, и отдал браузеру наверх, что тут какие-то тайминги, есть какой-то текст, но он, конечно, мне картинку вот тут не поставит. Хорошо. То есть вот второе назначение контекста, когда вы прокидываете какие-то общесистемные данные по общему запросу. Например, похожим образом можно прокинуть сессию пользователя, она будет внутри контекста. Можно прокинуть какой-нибудь Access токен, который приходит к запросам, если у вас это RPC. А, такие системы, как э, RPC — Да, это RPC-система Remote Procedure Call. А если вы вызываете их с контекстом, то контекст внутри себя они тоже сериализуют и прокидывают на ту сторону дальше. То есть, если вы а, сделали контекст с тайм-аутом, да, то он этот тайм-аут стерилизует и прокинет дальше. А, в контексте есть, ну, есть тайм-аут, я забыл сказать, простите. А есть дедлайн. В чем разница? А, на самом деле тайм-аут, дедлайн — это абсолютное время вы указываете, да? То есть я хочу, чтобы он у меня работал не дольше, чем ну, там, трин, до 13 часов. А тайм-аут, вы говорите, что я хочу, чтобы он не работал не более одного часа. Ну, на самом деле, тайм-аут — это то же самое, что Вот так. Да. Вот это равносильно вот это. Тайм-аут и дедлайн. Um, так. Хорошо. Есть у вас какие-нибудь запросы по контексту? Зачем это надо? Как это используется? Um, и еще расскажу. У меня нет примера, но расскажу на словах. Представьте, что у вас есть какой-то конфиг с бизнесовой логикой, и у вас есть и у вас есть места, где эта бизнесовая логика используется, например, где-то в начале, например, вот так, и в конфиг, там Ну вот так, да? У вас есть два использования... У вас есть два использования конфига. Если конфиг глобальный, если конфиг глобальный... Если у вас статичное какое-то значение, например, значение тайм-аута а, или адрес сервера, то все хорошо, вы можете подключаться и все будет круто. Но если у вас конфиг с бизнесовой логикой, которую вы используете а, в нескольких местах а, внутри одного запроса, и второй вызов зависит от первого, от первого, может пройти такая ситуация, что да, и вы, причем это конфиг. Этот конфиг обновляете real-time. То есть у вас есть какой-то сервер, который вы служите, периодически делаете туда запросы, и вам может пролететь конфиг, новый, и вы обновляете. Может случиться так, что у вас вот эта функция не вызвалась, потому что тут был старый конфиг. А вот эта функция вызвалась, потому что у вас на этом месте уже новый конфиг. А что в этом случае нужно делать? Смотрите. Вы опять кладете конфиг в контекст. Да? То есть вы из контекста точно так же, как с таймингами было, вы в начале, в начале, запроса вы кладете туда ссылку на текущий объект конфига. Да. И вы всегда получаете данные по этой ссылке. Если вам прилетел новый конфиг, если вам прилетел новый конфиг, Да? Смотрите, я положил сюда ссылку, да, ну вот у меня был какой-то конфиг, да, давайте, чтобы это все-таки был код на go, у меня есть какой-то конфиг, да, представьте, что все это синхронно, я понимаю, что это а... урезанный пример. У вас есть конфиг, да, в начале запроса, в начале запроса, в самом начале, вы положили туда ссылку на конфиг и уже с ним работаете в рамках запроса в рамках запроса эта ссылка будет постоянная то есть она всегда будет ссылаться вот сюда если вдруг если вдруг вы обновляете конфиг обновляете конфиг вы уже а, сюда присваиваете другую мапку другую мапку и при этом то есть новые уже запросы новые запросы Получат ссылку на новую мапку. А старые запросы будут отрабатывать с... с мапкой, которая находится по старому адресу. То есть, за счет того, что у нас garbage коллектор, нам не нужно старую мапку в руках высвобождать, и она никуда не пропадет сама по себе. Да? Пока ее используют другие запросы. То есть, все запросы, которые использовали старую мапку, они отработали. В этот момент мапка соберется Garbage коллектором. Да. То есть за счет этого мы получаем очень удобное использовать, использование. Как раз таки, ну, у нас получается конфиг он отомарен в рамках запроса. Вот если вам когда-нибудь понадобится переключать что-то real-time, вот, пользуйтесь таким способом. Давайте это сохраню. Дымим, вот так. А, хорошо. Mm -hmm. Unsafe. Um. Скорее всего, вам это никогда не понадобится. <coughs> и более того, я очень надеюсь, что вам это никогда не понадобится, и вы этим никогда пользоваться не будете. Unsafe это, <coughs>, а, это инструмент компилятора. Несмотря на то, что он доступен в рантайме, а, этим пользуется компилятор, когда а, делает код. Да, когда собирает ваш, ваше приложение. Да, за счет unsave можно получить э, адрес реальной памяти. А, можно, ну, что можно, давайте смотреть. Там, там. Смотрите, unsave. Вот у меня есть значение int, да оно равно единице. Да, если вы вдруг будете спать во время того, как я это рассказываю, это нормально. Лучше спите. Значит, смотрите. Теперь я получаю указатель на А. Я получаю реальный адрес в памяти на А. а потом с этим указателем можно что-то страшное сделать. Например, привести его к другому типу. Да не делайте так. Если вы не знаете точно, зачем вам надо вообще, лучше не делайте так. Можно получить размер в памяти этого типа. Вот он равен 8 байтам. Да. Теперь смотрите, у меня тут int. Int в данном случае это платформа зависимой. Если я напишу вот так, это будет уже платформа независимой. И его размер в памяти будет 4. 64. А вот на 64. Его размер памяти равен 8 байт. Да. То есть я получил размер в памяти, сколько он в памяти реально занимает. Ну и реальный адрес. <coughs> um, наверное, мы сделаем вот так лучше. Так. Теперь смотрите. Uh, у меня есть какой-то число с плавающей точкой, например, 10. Да? Теперь я вызываю функцию, которая что? То я передаю сюда это число, да? а возвращаю я unsigned in 64. Что происходит? Вот это как раз то, чего делать не стоит. Смотрите, я получаю адрес, Адрес этой переменной. Теперь, теперь а, я а, обращаюсь к этому адресу не как к флоту, а как unsigned IN64. Да, то есть как будто бы это был, как будто бы это I64, и возвращаю на него. Ссылку. Смотрите, что получается. И мне вернулся int. да. Процент. Да. Вот так. Мне вернулся int. Вот какое-то вот такое огромное значение этого инта, да. Вот его хекс-представление. Вот его байтовое представление. Битовое представление. А, я вас обманул. Тут Будет вот так. Давайте лучше так. F, F, F. Ой. Да, вот смотрите, вот 10, и вот его битва представления. Опа, какое оно. А если я сделаю один, то будет уже что-то другое. Если я вдруг захочу какие-то биты поменять, я поменяю, и оно изменится в том значении. Да? У меня будет пример когда это использовать можно. Unsave, um, unsafe, понимаете, когда вы используете unsafe и работаете с поинтерами, ну и так же, как Sego, наша следующая тема, то тут уже компилятор, уже, точнее, garbage collector и runtime, они уже немножко отходят на второй план. То есть они уже, уже вся магия, в то немного количество магии в Go, которая есть оно уже играет ну, против вас, потому что вы например можете легко создавать утечки памяти через это да? вам нужно заботиться о том, чтобы действительно ну это освобождать руками. если вы если вы используете вот этот хак что типа одна переменная ссылается на другого типа у вас может быть та оригинальная переменная она у вас может быть собрана garbage быть коллектором. И при попытке записать туда что-то или изменить, результат будет непредсказуем. Хорошо. Теперь смотрите, что еще умеет Unsafe. Вот смотрите, у нас есть структура, давайте я перенесу пониже. Да, да. Флаг 1, булевая переменная, имя строка и флаг 2, булевая переменная. Смотрите, я создал пустую ну, новую структуру. Флаг 1 false, флаг 2 false и name new message. Да. Да. Memory size for message struct 32 байта. Да, 32 байта. Откуда взялось 32 байта? <coughs> Вообще, как оно расположено в памяти? А, ну почти. Смотрите, дело в том, что, во-первых, у нас э, есть такая штука как выравнивание. А, дело в том, что ну компилятор, память, они оперируют, что если у нас, э, как вам это объяснить? Если четность адреса памяти имеет нужное выравнивание, то работа с ней происходит быстрее. Да. Теперь смотрите, я вывожу размер уже отдельных полей, вывожу выравнивание, которое ему нужно этому полю для того, чтобы оно работало максимально эффективно и offset. Offset относительно начала структуры. Uh, смотрите, я вывел флаг 1. У меня size of, это значит, что в памяти оно у меня занимает 1 байт. Uh, Align, это значит, что ему нужно выравнивание 1. Uh, то есть любой, он, любое выравнивание в памяти. Offset, то есть относительно начала структуры, он расположен на нулевом виде. Uh, Name, да, вот эта строка. Смотрите, size of 16. Почему 16? Вроде бы у меня тут что-то подлиннее есть строчка. А все равно 16. На самом деле внутри переменной типа string лежит несколько значений. Это... Длина стринги и а, указатель на данные. То есть вот sizeof size of, указывает мне только размер непосредственно этой структуры. То есть длина плюс указатель на данные. А, и потому 16. И align ему нужен 8, чтобы лучше. И он находится у меня на позиции 8 бит относительно начала. Да, 8 бит. Обратите внимание, тут 0 а тут 8. Это переменная занимает в памяти 1 байт. Ой, простите, байт. А тут 8 байт. Да? То есть компилятор: э, за меня он вручную сказал: что вручную сделал удобное, э, удобное выравнивание, чтобы это работало быстро. Но за счет этого наша структура стала занимать 32 байта. Теперь смотрите, фокус. Я флаг 2 ставлю следом за флагом 1. Раньше он у меня шел третьим. Да? И тут тоже нужно поменять, чтобы вам было нагляднее. Смотрите, было 32. Да? Да. И офсет треть... второго флага был раньше 24 а, байта. Теперь у меня структура стала занимать 24 байта. Не 32, а 24. За счет чего? За счет того, что, поскольку был не, не нужно выравнивание хорошее да, по восьмерке, ему подходит любое выравнивание, все эффективно работает, я его смог засунуть в, ту же, в то же машинное слово, короче, в тот же блок, который раньше пустовал. И я выиграл вот, пожалуйста, 8 байт. Что про это можно сказать? Если у вас какие-то прямо дикие-дикие нагрузки, дикие-дикие требования по памяти, и вы работаете со структурами, возможно, вам это пригодится. Нам пока не пригодилось. А также нет никакой гарантии, что компилятор вдруг не начнет делать выравнивание сам. Это сейчас у меня структуры лежат в памяти так, как я им сказал, но... Ну, как бы это не гарантируется в последующем. Да, сейчас это никто не делает, но нет гарантии, что в будущем это никто не будет делать. Да. Может быть, компилятор будет сам анализировать это и сам делать необходимое выравнивание. А, так. Теперь еще одна вещь, которую тоже... Как раз когда можно применить рефлект, но лучше не делать. Это взят код из, из JSON, -а, нашего mail-рушного сериализатора JSON, -а, про который вам уже рассказывали. Что тут происходит? Смотрите. Дело в том, что если я. Если я попробую slice-byte переименовать изменить... Тип byte скастить в строку, преобразовать, создаться копия данных. Да, в большинстве случаев. То есть, если я, например, Лен у него вызываю, то не создаться. А, но вдруг вам нужно прямо совсем-совсем оптимизировать. Прямо совсем вообще. А, есть unsafe для Для этих целей. Смотрите, что мы делаем. Run 21. Значит, смотрите, сначала я получу до да, данные, дата. Это у меня slice байт. Да, я получаю указатель на этот слайс байт. Я получаю указатель на уже unsafe, а то есть в реальной памяти то, что лежит, а, я, да, а, на как бы вам это объяснить, на заголовок, ну, короче, на ту область памяти, где лежит это. Теперь эта область памяти я говорю, а интерпретируй ко мне этот указатель как Заголовок слайса, да? То есть там ну, действительно заголовок слайса лежит. Да? То есть не слайс не байт, это уже обратите внимание, это уже более низкоуровневая структура. Заголовок слайса. Я, кажется, на первой лекции вам рисовал, что. У слайса есть... Лен. Uh, uh, вот... Слайс-байт. Напомню. Слайс. Не слайс-байт, слайс. Uh, я говорю, интерпретируй ко мне, пожалуйста, теперь это не как уже вот слайс. А как более низкоуровневое что-то, его заголовок как раз вот эта штука. Смотрите, я печатаю тип а, и значение. И смотрите, что происходит. Тип slice header, value, данные, да, это адрес. Данные это адрес на что-то. Длина 9 и capacity 16. А, я еще вывел данные чтобы показать какой тип не имеет это указатель тоже на что-то а теперь что я делаю теперь я создаю уже другую низкоуровневую структуру другую низкоуровневую структуру заголовок строки и говорю что длина у нее вот такая как беру из этого из слайса и ссылка на данные вот такие да и говорю что вот это теперь у меня заголовок строки. Тадратарам, -да пожалуйста. String header, value, данные и длина 9. А теперь я говорю, мне вот, пожалуйста, то, что лежит по этому адресу, интерпретируй, пожалуйста, как строку. и он берет эту низкоуровневую структуру, которая ну, действительно как бы является строкой для рантайма строкой, и в памяти это тоже строка, ее, он ее уже интерпретирует как а, строку, ну и возвращает мне строку. Да, да, смотрите, теперь я последний раз пишу тип, тип строка, value some test, пожалуйста. Um. Не делайте okay. так. Старайтесь таких э, хаков избегать. В данном случае за счет этого хака можно хорошо выиграть в скорости. Но нужно очень аккуратно следить за тем, что происходит вообще. Да, в данном случае, в данном случае, я получаю строку из слайса байт, избегая копирования данных, которыми лежат под ними. Это экономит память, что снижает нагрузку на Garbage Collector, снижает нагрузку на память, снижает нагрузку. Ну, то есть я выигрываю в CPU, что мне нужно освобождать меньше памяти, я выигрываю памяти, что мне меньше количество данных там лежит. Но если я буду делать неаккуратным, буду неаккуратен, то garbage коллектор может что-то из этого случайно собрать. Например, вот эти данные, они там выйдут за области видимости, да, вот эта вот дата, и все, и будет очень плохо. А. Еще раз, это сделано для скорости, это хорош, хорошая, сильная оптимизация, но, например, некоторые обла облачные хостинги, Например, Google Cloud Storage, не Storage, как Google, Google Cloud Engine, а, ладно. Там нет пакета unsafe, там нет пакета unsafe и у нас был pull request, где человек говорил, типа, я очень хочу использовать эти JSON в Гугле, да, вот, ну, размещая свое приложение в их, короче, сервисе. В их облаке а там ансейфа нет сделайте мне пожалуйста вариант когда он не будет использовать этот грязный хак а, и не будет требовать ансайф потому что это единственное место где использовать ансайф во всем изи джейсоне а, сделайте просто ну окей скопированием не вот так а, а вот так мы сделали. Вот, точнее, даже не мы сделали, он сам pull request прислал. То есть, вот как можно использовать для для оптимизации. Но повторюсь, это очень такой специфичный случай, и он бывает очень редко нужен. Uh, ну, еще, например, через unsafe можно достучаться до приватной, приватной функции пакета. Я сначала думал это включить, но потом подумал, вам не, не надо это знать. Есть вещи, которые лучше не знать, а то еще войдет в дурную привычку. Да. Вот пакет unsefe. Пакет unsafe это не. Какой-то пакет, как, например, HTTP, который прям реализован кодом, написан, вы можете почитать его исходники. Пакет unsafe реализован э, средствами компилятора. И еще раз повторюсь, unsafe э, это средство компилятора. Это не средство рантайма, в котором работаете вы. Это средство компилятора. Да? Лезть туда вам не надо в очень очень исключительных случаях вам это может понадобиться, да, но, ну, как бы многие э, стандартные функции Go они как раз реализованы с помощью unsafe, -а. да, внутри стандартной библиотеки, внутри э, низкоуровневых подробностей Гошки там unsafe, да, но, это компилятор, вот. Хорошо. Сигон, давайте сначала покажу пример, а потом немножко расскажу. Рум. Обратите внимание, как дольше работает. Заметили? Если я сделаю горан хотя бы с тем же ансейфом. оп, смотрите, как быстро отработало. А теперь сего отработало. А это у меня программа из пяти строк. Хорошо, значит, что такое сего? Сего это Возможность вызывать код на C из go. А, как это делается? Смотрите, у нас есть псевдопакет import C. А все, что комментарием к этому пакету, будет являться кодом на C. А, почему все это псевдопакет? Потому что он... Также концепт реализуется компилятором, по большей части. То есть нельзя его открыть и посмотреть все исходники. Да? Ну и я пишу int multiply int a, int b, return a плюс b. Это C-шный код. Это не гошный код, это сишный код. Теперь я хочу его вызвать. Ну, result. Я вызов... я... Чтобы вызвать сишный код, мне нужно добавить префикс c. Ну, то есть обращение к этому псевдопакету. Я говорю multiply, вызываю вот эту функцию. И смотрите. Я не могу прокинуть непосредственно переменную, непосредственно переменную, гошную переменную в C. Эта операция не поддерживается. Поэтому мне нужно ее преобразовать. Я преобразую в сишный тип int. Преобразую тип а, тип b. И он мне вернул. И вернул он мне вот тут. Он мне уже опять-таки, он мне вернул сишный тип. Да, смотрите. C-type int. То есть я, результат у меня 6, а вернул он мне не int, а C-type int. И чтобы его мне корректно преобразовать в, к а, гошному типу, мне нужно совершить операцию преобразования типа int. Вот это уже преобразование к гошному типу. Да, значит, смотрите, что... Ну, для начала, что вам дает пакет SIGO? Допустим, у вас есть какая-то большая библиотека, большая библиотека C-шного кода, которая уже работает, которая уже тестирована, и у вас нет времени переписывать ее на C, например, какие-нибудь математические, математические вычисления. Да? Или, например, SQLite. SQLite – это библиотека на C, она очень хорошо протестирована, Значительный объем кода этой библиотеки составляет тесты. Я не помню то ли 60, то ли 90% там тесты. И вы можете сделать биндинги к этой библиотеке. Ну, помимо SQLite, есть еще, например, графическая библиотека SDL. QT, библиотека для построения интерфейсов. Или, например, у вас может быть вообще не быть исходных кодов в вашей библиотеке, может быть какие-то заголовки и собранный какой-то бинарник. Например, это какой-нибудь драйвер какого-то приоритетного устройства. И вам нужно подключиться к этому коду. В этот бинарник этого драйвера вы никак его на Go переписать не сможете. Окей, вы напишите, перепишите SQLite на Go, да, это займет у вас там полгода, год работы, вы ловите кучу багов несколько раз, потеряете ваши данные и вызовете гнев пользователя. Но в итоге у вас получится, да. Но драйвера какая-нибудь Nvidia вам не даст, поэтому придется, придется как-то подключаться. Вот как раз для таких случаев, для таких случаев а, был создан сигон Он а, он вызывает GTC внутри себя. То есть Microsoft-компилятор под Windows вы использовать не сможете от Visual Studio, например. А только GTC, ну, благо, оно есть под Виндой. Значит, смотрите, ну, то есть плюс, единственный плюс, который есть, это вы можете использовать сишный код. Его много, да, и, ну, его, наверное, надо использовать. Но есть много нюансов, и некоторые из этих нюансов не то чтобы супер привлекательны. Значит, основное, основное что? Это то, что у нас есть вселенная Го и вселенная Си. Это не связь, это просто вселенная Го и вселенная Си. Да, это не вселенная Го и Си, либо Си и Го. Это вселенная Го и Си. А... Вот, вот вселенная ГО и СИ. СИ ничего не знает, как что там у вас устроено. Он хочет свой Сишный тип, да. Про ваши строки он тоже ничего знать не знает и не хочет знать. А... Поэтому там будет вот это туда-сюда переключение. Это несколько замедляет компиляцию. Ну потому что комп... го специально, понимаете, делался у него специально простое дерево языка, специально туда не добавлялись какие-то сложные хитрые возможности, да. И по возможности он делает компиляцию вообще параллельно насколько можно, да. В случае C, в случае, если вы используете C, -го, точнее, ему нужно каждый раз, каждый раз это все собрать, ему нужно каждый раз сделать обвязку для перехода из одной вселенной в другую и, и обратно. Да, каждый раз компилить эти обвязки. А, ему будут нужны сторонние библиотеки, если вы их используете. То есть, так у вас есть кроссокомпиляция, вы можете под Linux, сидя у себя на ноутбуке, собрать себе бинарник для а, своего Raspberry <coughs> Pi или адруина и использовать и быть счастливым. Ну в случае использования SIGO вы это теряете, потому что вам уже нужны будут эти бинарники а, под другую архитектуру. Если у вас жесткое какие-то вычисления с какими-то ассемблерными вставками, <coughs>, которые используют а, команды современных процессоров, ну подаром вы это не соберете. То есть вам не так просто будет уже собраться под другую архитектуру более того ваш сишный код под эту архитектуру вообще может не работать, а... <сíck> <сíck> да, то есть это будет и замедление времени работы и на надкладки на компилятор. Во вторых, если вы используете какой-то внешний бинар, я на первой лекции говорил, очень удобно все, что вы у вас на выходе один статичный бинар, и вы его можете просто там по SCP скопировать на сервере, запустить, и будет отлично. А в случае, если вы меняете библиотеку вам сичную, вам нужно будет тащить эту библиотеку за собой. Можно, конечно, ее вкомпилировать и в тот бинар, но это уже чуть больше работы. Так. Ручное управление памятью. Давайте начнем с этого примера. Значит, смотрите, что я тут делаю. Я в цикле сейчас, э, я в цикле делаю функцию print. А, что я тут делаю? Я говорю, мне я создаю сишный вариант строки гошной, то есть я как раз это переход из одной вселенной в другую. Вот он на 14 строчке выделен. <laughs> вот это переход в другую вселенную. Больше вы, ваш Антайм про это ничего не знает. Да, он не знает, что там внутри, вот строка и все, строка. Я вывел, отлично. Теперь, теперь поскольку мой garbage коллектор мой коллектор ничего про это не знает, я должен, э -э как все, как си, да, любимые утечки памяти. Я должен теперь эту переменную освободить. Я беру указатель на эту переменную, который является ну физическим указателем, да, как все, и говорю free высвободи мне, пожалуйста. Смотрите. 32. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ладно. Диспетчер задач. Вот моя переменная, да. Я все высвобождаю, она жрет два с половиной мегабайта памяти, да. Ну и вот что-то делает. Жрет. 2% ЦПУ. Работает, короче. А, теперь смотрите. Теперь я делаю любимую проблему сишных. Я забываю освободить память. Ну, называется GTC, что-то собирает. А, да, простите. МСФ а, нужно закомментировать. И поехали. Поехали! Три, четыре, пять, пять, шесть, семь, восемь, ну, понятно. Утечка памяти. Я забыл высвободить. Я не освободил и все. И как бы если вы так не сделаете, то будет плохо. Поэтому эм, если вы вдруг уже пишете, что-то такое. Сразу вы освобождаете. <свобождайте> Сразу вы освобождаете. И наша программа будет жрать наш любимый два с половиной мегабайта. Да. А, утечки и корабты памяти – это основные проблемы, которые, с которыми вы сталкиваетесь все. Потому что нужно следить за этим вручную. Вот если вы начинаете использовать СИГО, <coughs> вы сталкиваетесь с любимыми проблемами, и вам нужно следить за этим вручную. А, так, ладно, что у нас там было? Вызов было не бесплатный. Да, Сишин либо сказал, теперь а, overhead. Смотрите, вот у меня есть две функции, да? Калсиго и Калфу. Да? Фу ничего не, ничего не делает. Фу uh, ничего не делает. Да? А вот сишный Фу, который ничего не делает. Да? И смотрите, что происходит. CD35. <coughs> Запускаем бенчмарк. Да, ну просто бенчмарк. Uh, вот он. Смотрите, сего вызов этой пустой операции занял 115 наносекунд. Вызов непосредственно гошной реализации, тоже это пустая функция, она ничего не делает, занял 3 там, с четвертью наносекунды. Это достаточно небольшие значения, чтобы оно в случае одиночных каких-то вызовов, вызовов как-то на вас повлияло. Но, а, но если вы вызываете тысячи или десятки тысяч а, таких вызовов, то оно уже может стать существенным. А, например, из нашей же практики. У нас есть библиотека для работы с нашим хранилищем. Она написана в виде как раз сишного модуля. В Перле как бинники к этому как раз сишному модулю. Если бы мы использовали эту библиотеку в Го, да, то на каждое поле, на каждое поле вызывалось бы много таких преобразований, если бы мы решили с помощью это библиотеки все здесь реализовывать, вызывалось бы много таких преобразований. Да, оверхед был бы не то чтобы супер каким-то космическим, но он был. Поэтому мы эту библиотеку просто реализовали на Go и сейчас независимо ни от какого сишного кода. А, ну и плюс, если вдруг мы обновляем версию библиотеки, это значит, что все, кто с этой библиотекой собран, должны обновиться. А так ГО работает полностью автономно, не зависит ни от чего нашего. То есть вызов, вызов СИГО тоже не бесплатен. Имеет смысл вызывать СИГО, если у вас там один вызов, да, ну окей, 10 вызовов, там, 100 вызовов, которые вам делают тяжелую работу. Если у вас Получается так, что у вас много, очень много вызовов, которые делают малую работу. Возможно, вам стоит либо это полностью унести в C, чтобы вызвать один раз, и оно все вам а, проделало. Либо переписать это с C, если это, конечно, возможно, на GO. Вот, то есть за счет чего? За счет того, что... А, Переход из одной вселенной в другую вселенную. Есть еще нюанс. Есть еще нюанс. Смотрите. Эм. Вот мой код на GO. Смотрите. У него 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 тредов. А, давайте я вам покажу, что он делает. Он внутри просто sleep. Я запускаю гарутину, в которой я сплю. Да? Сплю по гошному. А, в GO sleep он асинхронен. Да, то есть я не, он не блокирующий, мне не надо блокироваться, чтобы поспать, да, запомнили, да? Количество трудов небольшое. Теперь, теперь, посмотрим сишный слип, четыре минуты также. запустили и спим смотрите сколько трудов опа опа да вот а почему такая разница что вообще происходит а... одна вселенная другая вселенная когда вы вызываете си он ничего не знает про ваши там гарутины, там, как оно шедулится, как перекидывается из одного треда в другой тред. Нет, мы просто лочим системный тред на себя. Да? То есть, если Гошка, она может, например, вот у нее есть один системный тред, и она в рамках него там, там 100-200 гарутин работают. Да? Вот слип, пожалуйста, мы запустили слип, они внутри одного треда работают, и все хорошо. Если вы используете SIGO, если вы используете Sigo, то вот вы запустили SIGO, это значит, что мы все остальные грутины из этого тогда выпихнули, они там исполняться не могут. Мы взяли эксклюзивный лог этого треда на себя, и этот тред теперь выполняет только нашу работу. Да? Если мы делаем там слип, этот тред не будет ничего делать, он будет спать, да. Если мы пойдем куда-то синхронно в какое-то а, в какое-то удаленное место, да, в базу данных, например, а, то мы будем держать тред все равно, да. Если в случае Гошки а, <coughs> мы Пока мы ждем ответа от базы данных, мы могли еще какую-то работу поделить в других рутинах. В случае с Сиго мы этого делать не сможем. Почему? Потому что он, он еще раз повторяюсь, лочит тред на себя. Да? И даже если вы там делаете поход асинхронный, да? а, не блокирующий, то все равно это лок на себя. Вы будете внутри этого треда, а вы все равно залочитесь. И не блокирующий, там может быть, если вы другие не блокирующие операции из C будет там вызывать, более того, из именно этого же C. Да? Если вы вдруг из какого-то другого сего вызова захотите сделать какую-то неблокирующую операцию, они между собой никак дружить не будут. За счет этого, если у вас очень много вызовов, вы будете часто очень лочить. Треды на себя, и вам нужно будет их больше. Да? Если в случае с простым Go у вас он там создавал их по мере необходимости, да, то в случае с да, эта необходимость будет возникать чаще. Да, он тоже будет их создавать сам, но просто это ваш стать будет расти. Так. Что еще? Вы вдруг теряете инструменты. Все удобные инструменты Go для профайлинга. Например, pprof, -проф, Да. Нет, он вам покажет, что вот тут мы ушли в вызов SIGO. Да. Runtime, Sigo. Call вот здесь. Да? Ну и все. То есть вы будете знать, что вы вызвали какую-то сишную библиотеку вот здесь, и она работает долго. Но вы не будете знать, что работает долго внутри этой библиотеки. А, ну, Конечно, вы можете там подрубиться через ГДБ, и там, если вам нужно в какие-то кишки залезть, вы, конечно, это сможете сделать, но э, все, над чем авторы ГОР работали, чтобы это было удобно и просто, это все теряется. Если вы захотите отлаживать уже память в Сего, uh, вам нужно подключать, вал Valgrind и вперед. Вот. Uh, что еще есть интересного? Uh, Опять-таки, вы можете этот переход из вселенной в вселенную, он не только в одну сторону, он может быть и в другую сторону. Вы можете вызвать из, uh, из Сего вызвать функцию Go обратно. Ну, то есть у вас будет переход сначала сюда, потом сюда, потом сюда, и потом сюда. Ну, давайте еще раз, наверное, плохо объяснил. Будет переход отсюда сюда, потом сюда, потом опять сюда, и отсюда опять сюда. Да? Нет, не рекурсия. Мы, я напишу. Го, То есть мы должны завершить функцию. Я сейчас покажу это все. Значит, ну, смотрите, вот у нас есть функция multiply. Да? А, я туда передаю, как в первом примере, там а и b. Да? А, но есть нюанс. За счет того, что... А, то есть я могу сделать гошные функции, экспортируем, экспортируем уже которые будут вызваны в C. Да? То есть, но есть нюансы. Во-первых, он генерит а, вот это, и вот это будет генерировать в разных файлах. Поэтому, если вы вдруг захотите так делать, вам придется. А, и поскольку будет два файла, где будет весь код, да, где будет C-код и э, ну, заголовочный файл, да вам это нужно разнести по разным файлам. Вот это будет заголовочным файлом. Да. И вот это тоже будет заголовочным файлом. Экспорт. Да. Теперь смотрите. Вот мой код на C. Да. Сего экспорт как раз генерируется вот, вот здесь. Вот это придет сюда. Я объявляю мою функцию print result. Это гошная функция. Я объявляю ее, что экстра. Это какая-то внешняя функция да, и объявляю multiply, это уже которая делает результат. И тут я вызываю вот эту функцию, которую тут я бил внешней. а тут я пометил, что я должен ее экспортировать. Да? И ну, это просто заголовок, это объявление функции. А теперь смотрите, я перейду, давайте, чтобы было уже сего multiply, Uh, print result mm. смотрите я из мейна вызвал multiply да, сиго multiply а uh, сиго вызвал go print result вот print result да потом я вернул управление uh, всего для того, чтобы он эту функцию завершил, ну мало ли у меня тут будет вот так. Да? Или еще какая-то работа. А, но в данном случае она просто завершилась и вернулось управление уже в main, вот сюда, обратно. То есть туда-сюда. уже нужно собирать через ран не получится ну вот пожалуйста я сделал мультиплай то есть я вызвал гошную функцию print result для из кода на C <coughs> вот примерно сего всего есть вероятность, что вы пользоваться будете. И не один раз. Но в основном вы будете использовать это в виде того, что у вас есть гошные обертки над какой-то сишной библиотекой, например, SQLite. А есть несколько биндингов к SQLite, и в основном все они реализуют интерфейс DBS SQL. То есть вам единственное, что вам нужно будет иметь GCC для того, чтобы это собирать. Кстати, есть те, кто пишет под Винду? Ага. Хорошо. Значит, смотрите, если вы пользуетесь Linux, у вас все хорошо. У вас GCC есть. стандарты поставьте. Если вы пользуетесь Windows, вам нужно... А? Что? МинГВ, правильно. МинГВ и это должен быть МГВ, и он должен быть доступен в пас. Вот. То есть, я, если я вдруг захочу вызвать э, ГЦЦ, да, то он у меня должен вызываться откуда угодно. Э, есть такие нюансы. А, ну и да, если вы вдруг, как бы это опять-таки кросс-компиляция, если вы пользуетесь только Go, у вас все просто, вы скачали, короче, все дистрибутив Go, поставили и счастливы. А если у вас всего, вам нужно еще вставить GCC, а там может быть несколько разных архитектур. Вы можете по умолчанию предложить вам не вашу архитектуру, ну там есть нюансы. Ладно. Есть вопросы по c а Из обычного C можно вызывать Go? А, из обычного C вызывать Go. Можно скомпилировать C как Golang, как DLL. Но там будет свой runtime. И там будут свои нюансы. Нам это, к счастью, никогда не было надо. И... Я вам не могу рассказать ничего полезного по этой теме. В Тарантуле, в Тарантуле в нашей базе данных Меловой очень много просьб, что ребят сделайте гошку, чтобы можно было писать хранимые процедуры на гошке, потому что там можно писать хранимые процедуры на Lua, можно писать на C, прикрутили Rust, Swift, но дело в том, что эти языки компилируются непосредственно в машинный код, и там никакого рантайма нет. Да? Вы как бы вот скомпилировали и все. А в Go есть свой рантайм, и поэтому он немножко конфликтует с рантаймом Tarantula, поэтому были попытки, например, встроить гошный, гошный хранил процедуры в Тарантул, но они успехом пока не увенчались. Вот. Когда у вас маленький сайт, когда у вас маленький сайт, вы открываете FTP и перетаскиваете файлики туда в каком-нибудь визуальном интерфейсе, да? А, в случае PHP он, например, может в это время пятисотить, потому что вы успели залить либо одну, да, и как бы новую, ну, вот, то есть, ну как бы это. Давайте я вам расскажу про вообще эволюцию вообще раскладки, да? Первое, это FTP окей, вы залили сайт, он работает, свою будность финансовым я делаю именно это. Второй, второй шаг, у вас появляется СВН, супер, ну или какая-то там ГСВН, <coughs> Что вы делаете? Вы, у вас есть две папки. Да. Uh, old, New. Uh, ну или там может быть Current. Да. Yeah. В, в одной из веток находится ваша, теку, ваш текущий код. Uh, и, ну, давайте так. Код 1 и код 2. Это я лезя с на код 1. Да? А, там все хорошо работает, окей. Nginx смотрит туда. Это случай, если у вас PHP. А, да, то есть вы можете просто залить файлик и все будет хорошо. А, и у вас есть симминг на код 1. Ну, вы просто заходите в папку код 2, делаете там git GitPool у вас прилетает ваш код, вы меняете Simlink уже на код 2. В случае чего вы можете очень быстро откатиться назад. Не делать git checkout на какую-то версию и прочее. Все очень просто, очень быстро. Как бы есть... Но у нас, понимаете, у нас не PHP, да, и даже не нода. У нас сервис, который запущен постоянно. Поэтому м есть Nginx, да? Upstream. Ну, допустим, вот так. Да? Nginx, типа там, Допустим, он называется вот так. А, и вы уже не можете просто скопировать. Вам нужно этот сервис перезапустить. А, <coughs> Что тут происходит? Смотрите, а, процесс рестарта, процесс рестарта предполагает а, порт один. Вы слушаете один порт. Процесс рестарта предполагает, что вы, если вы делаете так напрямую, да, у вас вы делаете сначала стоп, останавливаете процесс, а потом старт. То есть у вас будет маленький такой промежуток времени, маленький промежуток времени, когда в когда у вас процесса не будет и возможны пятисотки. Значит, что делать в таких случаях. Что делать в таких случаях? Вариант первый. Вариант первый. Если у вас есть несколько серверов, на которых запущено ваше приложение, несколько фронтов, то вы можете вы вытащить из нагрузки один сервис, сервер, там обновиться и запихнуть его в нагрузку обратно. То есть пока он вне, вне нагрузки, туда не идут запросы пользователей. То, что вы установили приложение, это окей. Okay. Вариант второй. Вы можете использовать Graceful Restart. Я расскажу, что это такое. И вариант третий. Вариант третий. Вы можете использовать Supervisor. Супервизор. Супервизор <coughs> это такой процесс, да, за, за которым уже находится ваш демон. Ну, допустим. Супервизор. Супервизор. Он создает сокет, э, да, юник сокет. И уже дает нашему сайту сокет, из которого он должен читать входящие запросы, куда я их должен отвечать. Да? То есть если вы обновляете оверсайт, да, ваш демон, который работает ну, все время в памяти висит, супервизор стартует ORSAID-2. И просто передает ему сокет, говорит, чувак, читай из этого сокет. А у этого сокет забирает. ну, Точнее, он дописывает, он ему шлет команду, что, чувак, все, что у тебя есть, ты давай запиши, а новых просто не принимай. А новый начинает принимать вот этот. Да? Mm. То есть вы, значит, вы передаете отсюда вот сюда за счет вот этим. Вот супервизор организовывает вот эту работу. Но есть нюанс, иногда вам нужно будет перезагрузить супервизор. Супервизор. У нас такой подход используется. И живем нормально. Как раз если вы смотрели Гометап, там Сергей Камартин про это рассказывал. Graceful. А. Смотрите, у нас есть несколько процессов. Например, процесс 1 пит, пит 1 и ну как бы вам его назвать допустим это срв а, он слушает по порту не unix это просто порт да теперь нам ну а... Теперь мы запускаем второй процесс, и нам нужно, да, мы знаем, что он запущен. И теперь нам нужно так, чтобы и пользователи не пострадали, нам нужно забрать его коннекты, его коннекты, точнее, забрать его порт к себе. Смотрите мы. Мы создаем и два. Один. Да. Мы создаем пит 1 а, и указываем, что предыдущий пит вот такой. Вот такой. А, первый. И ну, то есть мы при старте это указываем. Теперь что делаем? Мы смотрим, что такой процесс есть. Процесс такой есть. А, теперь мы открываем, условно говоря, создаем, создаем а, сокет и миксовый сокет. Graceful 1. И... Как он написать? ПИД один. <coughs> Мы создали сокет, создали сокет и послали, послали сигнал в ПИД один с ну, сигнал, да. Наш ПИД один, он что делает? Он берет все свои, все свои листнеры, да. Когда вы открываете, вы делаете листья лесен, да, ну. Если вы посмотрите э, сервер, в конце делаете listen, то есть это, это порт, это сок, это вот все эти дела. Это файловый дескриптор, понимаете? Для операционной системы это файловый дескриптор. Вы можете этот файловый дескриптор, то есть, он как бы на диске он лежит как будто бы это файл. Вы можете оттуда читать. А, когда э, вот этот вот процесс старый получает такую команду. Он берет свои файловые дескрипторы, да, которые он слушает. Например, это как раз вот этот вот порт. Вот этот порт. Он берет их все. Да, а я не знаю просто, какой файловый дескриптор, какой у него там номер. Он их записывает вот сюда, в этот сокет. А второй процессор их, процесс их читает. А, и он останавливает прием в новых соединениях. То есть он старые соединения туда еще допишет, а новые оттуда уже считывать не будет. А но и новый процесс, он а, читает из этого сокета эти файловые дескрипторы и начинает их слушать. Да? То есть он уже не новый файловый дескриптор открывает, а использует существующий и начинает слушать данные по существующему файловому дескриптору. То есть, условно говоря, если этот файловый дескриптор создался а, Год назад и все время мы делали через Грейс вот эту перезагрузку. То он живет уже год, да. Вот таким образом мы в старом, э, в этом процессе мы перестаем э, читать новые соединения, перестаем их принимать, но при этом старые соединения у нас э, отрабатывают корректно, а новые соединения уже начинают читать вот этот процесс. Таким образом, таким образом мы можем обновить а, а, процесс, да, без потери вообще каких-либо соединений, без потери каких-либо коннектов и вообще без ошибок, понимаете? А, <laughs> ну да, вот то есть за счет этого мы можем не выводить фронт из нагрузки, из нагрузки, а, но при этом обновлять там софт. Причем, заметьте, мы сначала запускаем вот это, это работает. Если вдруг наш новый код, а он у него на этапе старта есть какие-то проблемы, этапе старта есть какие-то проблемы, он может просто не запуститься и написать влог ошибку, что «О, я не смог. Да, короче, и мы это увидим в нашем мониторинге. Вот, это примерно про то, вообще, как можно выкатить без безболезненно. Ну, это каса, касается вот именно постоянно живущих сервисов.